Виталий Хаценко стал кандидатом на пост губернатора Омской области. Решение было принято на конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Также на возможность баллотироваться претендовал депутат законодательного собрания Павел Кореной. Голосование было тайным. По его итогам Виталий Хаценко набрал 90 голосов, его оппонент – 10. Напомним, выборы пройдут уже в этом году 9 и 10 сентября. Кандидат от «Единой России» в ближайшее время подаст документы в избирательную комиссию. Однако план работы на высокой должности намечен уже сейчас. Мне ничего другого не остается, как оправдать доверие, чем я стараюсь заниматься каждый день, каждодневной, рутинной, но очень важной работе. Приоритет – это люди. Чем человек думает, что его заботит, где он лечится, где он учится, куда ходят его дети заниматься спортом, какие школы они ходят. Вот они, основные простые приоритеты. Отметим, помимо «Единой России» со своими кандидатами определились и другие партии. КПРФ выдвинула депутата Госдумы Андрея Алехина. От «Коммунистов России» на выборы пойдет депутат законодательного собрания Владимир Казанин. А в ЛДПР поддержали координатора Омского регионального отделения Максима Макаленко. Еще одним претендентом на пост губернатора стал самовыдвиженец Юрий Александров.